Thank you.
Thank you.
спокойно, вдумчиво и ни на что не отвлекаясь. Разумеется, нельзя. Сочинялась она урывками и в постоянном цейтноте, без возможности даже составить план работы, не то что ему следовать. Изначально я задумала музыку про слишком большое количество музыки вокруг нас. Пьеса должна была собраться в гигантский центром. Но музыка вокруг нас оказалась не только изобильной, но и слишком разнообразной. Фрагменты ее упорно не хотели составляться во что-то вразумительное. В итоге пришлось плюнуть на центом и придумать музыку самостоятельно. Как сказал когда-то Станислав Ежелец, я знал человека столь мало начитанного, что ему приходилось самому сочинять цитаты из классиков. Форма, тем не менее, следует первоначальному замыслу. Музыкальные мысли скачут, ни на чем не задерживаясь подолгу. Идеи отбрасываются без разработки. Изящная и даже хрупкая выразительность переходит в откровенный цирк и обратно. Собственно говоря, это авангард эпохи ТикТока. Если это авангард, и если это... Отток цветличный, синдром дефицита.